И такие спрыгиваем, и такие на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ё-моё, я косой какой, а. Йоу-йоу-йоу, всем привет, дорогие друзья, вы снова на канале Midcore Show, и с вами снова я, Толин. И вы не поверите, сегодня мы поиграем в Counter-Strike. А еще больше вы не поверите в то, что я в контру последний раз играл еще в школе, версию 1.2, кажется. Вот вы можете видеть, новобранец, первый уровень, это мой реальный акт, я реально не играл в CSGO. Все, что я пока сделал, это там зашел в настройки звука и видео. И я вообще не представляю, что здесь, как здесь и вообще. Короче, не будем томить, разберемся по ходу. Пойдемте играть, наверное, да? Найти игру. Ужас! Так, пойдемте вот сюда. Тут я больше всех карт помню. Что за пропуск? Дикое пламя. Доски почета. Начать играть. Это типа то, что у меня есть, я так понимаю, да? По дефолту. Фу, грузимся. Грузимся. Класс. Зашибись. Это ж там внутри заложники, там что-то, да? Ой, продолжить. Так. Что там? Дигл, дигл. Дигл, дигл. А где... Так, типа, пошли пока так, сенса. Вроде нормуль. А, мы типа по дефолту бежим, а с шифтом идем. А так всегда разве было, да? Ну ладно. Ебать! Чуть не разбился. Как непривычно, ты ужас какой. Идем, такие идем. Где враги? Вот так вот. Оно бывает. Вот, тут показывают, типа, кто меня убил и как, да? И убил. Ну, офигеть, просто фолка. Ножичок, чья? А гранат у меня нет. Вверху такие, типа, оп, отошли. Кажется, так раньше мы делали. Вверху закрыли, чекаем. А, вражина! А чё он у меня с дробовика? Волочуга. Такой, типа, бум-бум-бум-бум. Ну так вот, да. А за терроров. Пускай ко мне бегут. Вот так вот. Убил? Нифига себе, я кого-то убил. Тут там, вон там. Перезарядочка. Нихера себе, друзья мои, пулеметище. Зажимай. Офигеть, а. Буду с пулеметом пасти дверь. Присяду. А тут меня вроде будет не видно. Это еще разминка была. Че я сижу? Вот этот поворот. Я не знаю. С глоком дефолтно побегаю. Прыжок. Так, вот тут у нас заложники, насколько я помню, да? Не. Да, вот он. Ой. А так можно тут покупать, да? Закупаться, типа? Граната, световая. Ложная. Полочная. Купил. На четверочке, да? А. Что происходит-то вообще? Блин, офигеть, друзья, вот не играл в CS вообще, блин, сколько? 10-15 лет. Класс. Я даже ни разу не выстрелил ни по кому. Мы победили. Офигеть. Опаньки. Опаньки, калашек купили. Ништяк. Патроны теперь автозакупаются, да? Идим. Ой, свой был. Я по нему не попал, а тут Friendly Fire интересно работает. О, гранату вот как-нибудь так туда закинем, там пуп. Ай! Ладно, и так сойдет. И сюда, вот так вот. Эть. И такие спрыгиваем, и такие на-на-на-на-на-на-на-на. Ё-моё, я косой какой, а. Заходим, поднимаемся сюда. И такие, на тебе! Ой, ё-моё, разброс-то, матерь божья, как с него стрелять-то? Да я же ему в голову первый засадил, а? Нифига себе, теперь заложники так, да, таскаются? А где моё бабло? Посмотреть? А, вот. Ё-моё, что происходит вообще? Мы в аркаду. Не ждали? А ты не ждал? Да почему, блин? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Офигеть, друзья мои. Я играю в контру. Просто жесть. И сейчас я буду жить и убивать. Да? Так, мы купим.
Коллаж. И больше у нас ни на что не хватает. Ну и черт ты с ним. И чё? Ну и все. Будем туда смотреть. Ё-моё, как с этого стрелять-то? Враг! Убил! Блин, не я. Вот черт, а. Что делать-то? На тебе! О! Просто 100 рака завалил. 150 бабла получил. Нормально. Мы в меньшинстве. У меня вообще 9 хп. Это потраты, друзья мои. Нас двое. Так, напряженнейший момент. Двое против четверых. А я вообще мертвый. Что такое ложная граната? О, нифига себе. И такие теперь есть. Офигеть, ложная граната, а? Кто бы мог подумать. У меня счет 7. Я на 4 месте за террористов. Офигеть. Так, рык. Валился. Ё-моё. Зажим. Не очень. Да. Кто все эти люди, которые играют в эту игру, а? О, да. За. Надоело, блин, этот ассал дебильный. Давайте менять карту на даст. Зашибись вообще. Давайте, давайте, голосуйте. Знаешь, что такое? Летальный электрический урон. И как его выбрать? Ага. И такие идем, идем. Пу, и чувак сразу дохнет, да? Класс. Вот так вот. Нифига себе! И чё он не сдох? А мне пушку. Кажись, я его убил. Да. О. Да беги! Да ёпта! Блин, кто там шумит? Что за уроды, а? Вот так вот. Дымчик туда. Дымчик, давай, работай, дымчик. И потом поджигаем. И туда тебе, на! Класс, мы снова победили. Выкину дробовик, возьму вот эту шляпу. Ну что, дорогие друзья, пожалуй, для начала достаточно. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, ведь именно от вашей активности зависит, буду ли я еще практиковаться в CSGO. До скорой встречи!